Казахстан планирует экспортировать КРС в Китай. Об этом стало известно на заседании Мясного союза Казахстана в Пекине. В рамках рабочего визита в КНР заместителя премьера министра сельского хозяйства Аскара Мырзахметова заключен меморандум о сотрудничестве. Документ предусматривает привлечение 600 миллионов долларов в экономику нашей страны. По словам председателя Мясного союза Максута Бактибаева, в первую очередь китайские инвестиции будут направлены на увеличение маточного поголовья в Казахстане. Ежегодно наша страна планирует отправлять в Китай до 240 тысяч голов крупного и мелкого рогатого скота и лошадей. В принципе, это вот закономерный результат той большой работы, которую проводило государство, которая выразилась в том, что мы построили всю эту инфраструктуру, которая соответствует всем современным требованиям, ничем не отличается, допустим, от австралийских, американских технологий. Та генетика, которую мы завезли в 2010-2015 года, она дала результаты. То есть сейчас тот скот, который мы можем представить, уже показать, он по качеству ничем не отличается от австралийского скота, который, в принципе, Китай импортирует ежегодно там, до миллиона голов. В ближайшие где-то 5-7 лет это даст огромный толчок для развития нашей экономики, для развития мелкого и среднего фермерства. То есть при наличии гарантированного сбыта и хорошей цены больше и больше людей будут заниматься сельским хозяйством, животноводством, которое является традиционно исходным нашим видом бизнеса, так скажем. Вот, поэтому это, так скажем, исторический момент.